Hola amigos, bienvenidos на канале Kike Mexicanis. Я сейчас нахожусь в Горном Алтае, и я хочу поделиться своими эмоциями. Правда, это невероятно красивое место. Наслаждайтесь и надеюсь, что вам понравится. Здесь невероятная красота, все бело-бело-бело. Белым снегом. Это как песня, да? Бело-белым снегом все дороги заняло. Вот. Какая красота. И даже вот этот звук обожаю, как... Надеюсь, что вам хорошо слышно. Y tengo la cabina para mí solo. Кстати, когда я поднялся на горах, мне удалось увидеть вот это прям как белоснежный, то есть это как Winter Wonderland, или как это супер белый лес, и это невероятно красиво. Я помню, что, допустим, у нас в Мексике продают такие елки искусственные белого цвета, я думал, почему белый? Елка все-таки, она зеленая. И наконец видел это в реале, и это очень красиво, когда все елки сосыпаны снегом, очень красиво. Невероятно красивые это места. Сейчас я нахожусь на Голубые озера. Вы сейчас поймете, почему. Очень красиво, но очень холодно. Интересно, что они не замерзают. Классно. Thank you.
сейчас начинается экспедиция по мостам. Слышно? Это прям висит? А! Смотрите, как красиво. Странно, аж... Здесь очень много снега, а он еще двигается, поэтому очень сложно держать равновесие. Ну, очень красиво. За моей спиной сомерзшийся водопад. Видите, все в льду. Прикольно. Я сейчас нахожусь на Катуне, и здесь глубина достигает даже 70 метров, поэтому это очень глубоко. В принципе, относительно можно сказать, что узкий, но при этом очень глубокий. Между горами, ребята, это потрясающе, очень красивое место. Thank you.
Ну и мои дорогие амигосы, это реально круто. Извините за прическу, просто шапку снять, не снять. Так получилось. Очень свежий воздух. Прям высоко, там есть дороги. Неудивительно, что горный Алтай называется так, потому что очень много гор вокруг. Красиво. Здесь даже можно встретить какие-то следы, разные животные. Я в восторге от своих сапоги, которые мне дали. Это первый раз, что я ношу это, и вообще я чувствую как полный приводный. Мне уже не страшно, потому что с другими сапогами я так скользнулся, как будто я на коньках. Далеко, далеко улетел мой дрон, далеко, далеко улетел мой дрон. Далеко, высоко, высоко, не догнать его, высоко, высоко, не поймать его, высоко. Сейчас на улице, наверное, минус 15, все снег, но я только что вышел из ванны, это, ребята, так круто, что вы так делаете. Мне, конечно, вначале не было так понятно, почему в России так важно ванне, но просто тебе как-то столько энергии, сейчас так холодно, мне так хорошо, так комфортно. Мне кажется, если в ванне есть вообще пофиг, какая погода, всегда хорошо. Классно. Какая красивая Россия. Ребята, я безумно рад, что мне удалось увидеть это своими глазами. Я вам признаю, для меня, может быть, это самая сложная съемка, которую я сделал. Очень много старался, рискнул. Я надеюсь, что вам понравилось. Отдельно хотел поблагодарить Инна Сатя. Она просто прекрасна с экскурсией. Там показала Алтай, так что если вы хотите увидеть Алтай, я оставляю ее контакты. Она тоже великолепный гуру по йоге и медитации, так что если это вам интересно, ссылки будут в описании, напишите ей. И также хочу поблагодарить все участники группы. Спасибо за вашу поддержку, за ваше терпение. Надеюсь, что вам понравилось, вы знаете, что ваша поддержка мне очень важна. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк, поделитесь на ваших соцсетях, чтобы все могли увидеть, какой прекрасный горный Алтай. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Adiós, amigos! Всем добра!